Что, друзья, заключительная серия нашей охоты под названием «10 дней на острове». Охота ближется к своему завершению, осталось буквально несколько дней. Вода все ближе и ближе. Я так думаю, что у нас впереди еще либо 2, либо 3 дня охоты. Вода все выше и выше, все ближе и ближе к палатке. Я думаю, что у нас еще есть время поохотиться. Утки маловато. Это вот первый год, когда так очень мало утки. До этого года были намного лучше. Не знаю, почему это связано, потому что там охоту не открывали. И вот сюда не гнали охотники Центральной России. Либо, непонятно, вроде и погода хорошая, и все располагает, но утки мало, реально мало. Ну да ладно, мы своих трофеев все-таки берем. По одной, по две, даже было по 3 штучки за вечер, за утро. Погода сегодня классная, тепло, завтра вроде как похолодание. Переставляем, охотимся и наслаждаемся природой. Погнали! Шиповник. Да, да. Да, сколько воды стало, ё-моё. Да все, ты чё, пап, куда сюда-то? Не, это не вариант. Сюда придет за ночь, ты чё? И теперь? Не знаю. Надо думать. Там куда? А чучела куда поставишь? Не вариант. Гремит, громыхает. Вот пятак самый высокий. Да? А, я выжу тебя на голос. Ну, ну вот так вот, да, самое высокое место. Немножко туда поверни его. А? Вот так вот. Ко мне? Не, не, наоборот, наоборот, наоборот. Да. Да. Вот так вот, во. Запас-то есть.
все. Друзья, мы уже засидки переставили все, пчела переставили слева и справа. Все бы ничего, но вот туча, которая идет к нам, страшно-страшно синяя-синяя. Вот, и рычит еще, гремит. Прям как раз на нас идет. Да, тишина, пока тишина. В залив села. Угу. Сел или села, не знаю. Раз крутнулся и залив чпокнул. Не понял, что за вид? Что за утка-то? Да, там же дорога идет. По лесу и как раз там выходишь прям. Да, там тропинка идет, и как раз выходишь прям на тот луг заливной. Ну, на тот залив выходишь. Ну, если бы сюда, ну, можно, если бы тебя не видно было. А ты ее видел. Ну, попробуй. Сходи. Стой, 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 стой. Стоять. Ну что, ребята, вот селезень прилетел. Сходил тут? По берегу ходит, по траве. По берегу ходит? Да. Нифига. Собака у меня. Давай. Охота удалась. Охота удалась. Все, вечерка уже не пустую. Сходил. Все, друзья. Добыт селезень. Такой хорошенький. Вот. Он, короче, вылетел с реки. Сзади нас река буквально метра 10, наверное. Вылетел с реки. И хотел сюда мотнуться, потом крутанулся, и соседний заливчик шлеп туда, приземлился. Сидели, ждали, покрякали, бесполезно, вообще никак не реагируют. Вот. Ну, я решил, тут лесок такой густой, можно к нему подойти. Прям рядышком, не знаю, метров, наверное, 60, наверное, 70. Подошел, он по берегу гуляет. Красавец такой. Даже не в воде, а по берегу. Так, ну что, вот мы и дома, в домике нашем, в балагане, вот так вот, о, комфорт и уют. Да, оружие занеси, ночью дождь обещает. Фартануло нам, ребят, в этот вечер, реально фартануло, потому что лёта никакого не было, утки практически не было, там пару раз пролетали, стайки там по 3-4 штуки на такой высоте. Отдыхаем, немножко отсыпаемся чуть-чуть, уже честно, уже подустали за эти 10 дней, потому что каждый день это ночь не спавшая, то есть каждый день мы в час выходим, и до 6 утра. Потом днем поспим часика 2-3. То есть примерно сутки спим часов 5-6, не больше. Тепло, хорошо, можно раздеться, отдохнуть на раскладушке. Печка шает потихонечку.
сухо, комфортно. Так, я все взял, осталось только уфоюзу. Вперед. Давай. Полетел, да? А? А фонарик давай сюда. Подожди. Фонарик надо вырубать, да? Да. Свет гаси. По приборам пойдем. Анатолий Юрьевич. Блин, с первого выстрела, неужели? Что, такое дело, можно и чеку хряпнуть. Как говорится, все лизни взяли, чечка самого. Уже отлично. За все лизни. Чеку. Давай я возьму рыбу. Улетел. Ну ты добивай, что ты? Бляха, муха. Блин. Слушай, вроде четко сыпал его, а? Сыпала. Блин. Ё-моё. Жалко, а? Неудача за удачей. Только взяли и тут же, блин, промахнулся. Блин. Целиком дробь засыпал его вокруг его. И нифига, ведь улетел. Поднялся. И вторым добавил тоже, блин, уже в лед уже. Вот стоят на месте. Бинокль есть с собой? Бинокль есть с собой? Вот теперь, пожалуйста. Он, кажется, надолго, да, дождь? Пыховатая парочка. Осторожные такие. Шуганулись. Нет. Вот так. Прижались мы. От выстрела. Видишь, стреляют, наверное, такие настороженные они. Что, друзья, вот такая у нас погодка. Мы сидим уже, вон, все сырые. Ну, тут наполовину, тут крыша немножко есть, как бы закрывает, но голову не падает, не капает. А ноги все, все сырое. Блин. Вот это сегодня погодка просто супер. Дождь хлещет. В принципе, как и обещали, ничего удивительного. Вот парочка плавает, хохлатых. Я вам уже показал, вон там. Уже поближе стали. Метров, наверное, 80-70. Но все равно недосягаемо. Где он? Ну-ка, давай смотри. О, вот он, прибери. Добивай. Добивай. Тебе плавает, смотри. Все, отлично. Вот такие, ребят, условия у нас охоты. Пара полетела. Ой.
селезенок хохлатый. Вот это да. Тут я понимаю погода. Вот, смотри. Раз, два, три. Нырнуло, да? Подбивай! Бляха-муха. Вынырнула и полетела она. Четко эти дроби обложили ее. Так. Я думал, под ранок сейчас вынырнет и добьем. Еще. Бляха, заметил. Блин, туда полетел. Наконец-то прекратился дождь. Поливал, наверное, часа полтора. Без перестану. Все. Мы все насквозь практически. Все. Абсолютно. И утро нормально у нас получилось. Взяли пару селезней. Одного не стали стрелять. 45 метров, наверное, сидел. А один сел метров, наверное, 30 с чем-то. Вдвоем выстрелили в два ствола. Селезень нырнул. Думали, как бы ранили, как бы зацепили его хорошо. Сейчас вынырнет и добьем его. Вынырнул и тут же только выныряет. И выныривает и сразу же на крыло и пошел. И улетает. По ходу дела он, видно, нырнул, когда мы стреляли в это время. То ли шуганулся, то ли чего. Увидел нас. Ух ты, пап, вон садились, ё-моё. Вон пара взлетела. Сюда? Да. Я не знаю. Право. Право. Раз, два, три. Пускай плавает. Ветра нету. Решил ребят забрать селезня, который там плавает. Потому что он все дальше и дальше. Вот течение пробивает. Вот озеро, вот река. И насквозь течение сейчас бьет и уносит постепенно. Опа. Третьего взяли селезня. Отлично. Такой прям лед начался вот буквально в течение, наверное, 10 минут. Сначала здесь пара кружилась, потом еще пара кружилась. Потом, пока мы сюда смотрели за этими, справа сели, даже не заметили, поворачиваются, они раз взлетают. Взлетели, сделали круг и приземлились прямо обратно все в чучела. Ну все, друзья, закончили мы утрянку. Собираемся обратно. Засидку целиком практически уже затопило, внутри уже сидели в воде. Сейчас все это оставляем, все это на месте. Потом уже днем, вроде как сегодня обещали, ясную погоду, тепло, солнце, настоящее лето. Туман, видите, опускается, это значит, что дождя не будет. Перейдем сюда днем и все поправим.
Засидку будем переставлять вот на эту возвышенность, где батя стоит. А целиком луг практически затопил. Осталось только вот здесь вот кусок небольшой, где у нас палатка стоит, остров. И слева там тоже мысочек остался. Больше места нету. Все сюда переносим, чучела переставляем. Все, прибыли в палатке. Смотрите, лодка прям подплывает к самой палатке. Прям упирается. Вода прет просто не по-детски. Эти вот канавы, всякие вот эти вот ложбинки, которые ниже воды, стали заполняться водой. Вот и вот самое низкое место, где плащи лежат наши, там это осталось. Примерно по высоте это 50 сантиметров, полметра осталось. А в сутки вода прибывает, посмотрел по прогнозу сейчас, 40 сантиметров в сутки. На официальном сайте. Вот, поэтому я думаю, что это наша сегодня добыча. Три селезня. В принципе, хорошо полетали именно в дождь. Когда был сильный дождь, тогда и утка летала просто отлично. Сейчас топим печку. Завтракаем, варим кушать, покушаем. У меня там сок березовый стоит, собирается. Сейчас сок еще проверю. Я уже насобирал где-то литр, наверное, 15, я вам не показывал. Поставил сок, две березы хорошие, большие. Минимум полдня сушиться, потому что сырые насквозь абсолютно. Дверь откроем. Мы уже отдохнули немножко, уже время обед. Вот, и решили с батей немножко тут позаниматься, так сказать, поэкспериментировать. Я недавно буквально заказал электрический насос для своей ПВХ лодки, потому что тем феном, который у меня был, там Браво какой-то, М8, по-моему, называется, качать неудобно, то есть качаешь этим сначала. О, утка летит кряковая. Здоровый, а, самец. О, приземлился сюда. Ладно, пускай летает до вечера. Вот, неудобно. Накачал феном, потом лягушкой добиваешь. И все-таки лягушка, я думаю, что до рабочего давления лодку ПВХ и надувное дно, мне кажется, не добить. Потому что какое-то дно надбивать надо еще сильнее, чем баллоны. У меня в машине лежали насос и аккумулятор. Привезли сюда, на остров, на наш необитаемый. Marlin GP80D. Заказывал этот насос на сайте 3узла.ру. Магазин, интернет-магазин, который занимается продажи именно все, что связано с лодками. Это аксессуары, ПВХ лодки, моторы, ну и вот различное оборудование к лодкам. Именно заказал я там. Вот, ребята быстро мне прислали. Как видите, лодку я сдул, все отсеки, дно, три баллона, мотор не стал снимать. Мы на острове, так что насос должен накачать. Если он не накачает, мы отсюда, не знаю, придется МЧС вызывать. Сейчас будем пробовать. Ну, ножной-то у нас есть на всякий случай. Ну, всякое бывает. Ножной тоже может сломаться. Вокруг нас вода, и отсюда пешком вообще никак не выйти. Просто не выйти никак. Электронное табло, кнопка включить, выбрать давление и переключает между единиц измерения. Я ставлю килопаскали.
Накачали мы лодку при помощи электронасоса. Первый раз вообще качал лодку. Что-то поискал в интернете, как правильно накачать лодку ПВХ. Не знаю, напишите в комментарии. Передний баллон, задние баллоны, дно сначала. Ну а мы сейчас будем пробовать эту лодку именно с таким давлением, попробовать покататься по воде, как она. Должна, по идее, пойти лучше. Так вот, друзья, собираю грязевой сок домой. Делаю небольшое отверстие в стволе. Вставляю трубочку от сока. Я там такую резиночку маленькую накручиваю, несколько слоев, как типа прокладочки, и вставляю. И вот так вот сок капает. Ничего мимо не выходит. Все заходит в трубочку, видите, как капает хорошо. 1,5 литра набирается очень быстро. Есть другой способ. Знаю, когда надрубливают топором, делают засечки. Так, 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 так. И потом весь сок стекает по коре, половина мимо, и кора вся портится, дерево, конечно, страдает. А тут очень хорошо, очень удобно. Что, друзья, сейчас было утро. Практически, можно сказать, мы на него проспали немножко. У нас обычно будильник стоит на час. Мы встаем, пока собираемся, где-нибудь без 15-2 садимся. Вот в этот раз будильник прозвенел, я решил немножко полежать 5 минут. Как это бывает обычно. Полежали практически до 2 часов. 10:02 вскочили, быстро ничего не завтракали, вскочили и уже через 10 минут были уже в шалаше. Рекорд у нас. Я еще, по-моему, даже не проснулся. Сейчас 3 штуки хохлатых садились, а дальше за кусты, потом улетели. Вот, и пока тишина, пока ждем. Не сладкий? Он, по-моему, без самок. Самок нет почему-то. 4 селезня сидят. 1, 2, 3, 4. И вот так вот сюда плывут вправо. По ветру. Добил. Смотри, на него. Братанки, ну-ка, давай. Приготовься. Свись летит. Он перед тобой. Есть, что ли? Ох ты, блин. Ты же свись. Ну, закрякала мне подсадная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет. А, нет, больше вон. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 штук. А вот сейчас две стаи соединились вместе. Друзья, взяли мы одного селезня. Такое утро получается у нас завершающее этой охоты весенней 2020 года. Погода, конечно, классная. Воды все больше и больше прибывает, но вроде как уже начинает тормозиться, уже не так много, как до этого было. Я думаю, что денька через три вода встанет, два дня постоит, и я думаю, что через неделю, может даже меньше, начнет уже падать 100%. Скоро будем собираться домой, там вода около палатки. Охоту завершаем. Я говорю, на свободу с чистой совестью. Все, ребят, засидка отработала нормально. Сейчас мы ее перевернули дном кверху, чтобы верх немножко просох, потому что он сколько дней был сырой. Вот, все нормально, все молнии все выдержали, все резинки. Собираем чучела. Все сматываем, убираем все вещи. И идем на базу. Ну что, друзья, наша охота весенняя 2020 года закончилась. Жили мы сначала 2 дня на одном берегу, а потом жили на таком вот красивом месте, таком красивом острове. Охота, природа, такой лесной быт, это, конечно, классно. Всем спасибо, кто провел все эти серии со мной. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Ну а впереди будет много путешествий, впереди летний сезон, летняя рыбалка. Я думаю, что будет интересно. Всем хочу пожелать удачи, а главное здоровья. Ну и до новых встреч в лесу, на реке, на рыбалке и охоте. Пока!